эти вларги начинают меня реально доставать. Я готовился выступить с докладом, почему все голофильмы по комиксам отстой. Ожидались самые популярные блогеры. Я, Стюарт Зёрга, Обсидия Ван Шмут. Здесь была Ван Шмут? Серьезно? Я ее обожаю. Она все ненавидит. Нет ни одного фильма или игры, на которые она бы не написала разгромное ревью в комментариях. Чтобы так лихо критиковать, нужен талант. Прибыли в пункт назначения. Мы на месте. Ну что, заглянем под капот и поставим вам эту оружейную систему. Переустанавливаем оружейное ПО, перезагружаем систему. Все! Обнаружен комплект теслобоев. Удачной охоты! Чего ты ждешь? Уничтожь эти водосборщики! Напоминаю, обычные боеприпасы против водосборщиков неэффективны. Используй теслобои! Сбивай тарелки бларгов! Из них выпадают боеприпасы и наноботы! Восполнен. Сделай бочку!
к слову, если понадобятся еще апгрейды, обращайтесь ко мне. Как насчет ускорителя? Я только вчера ночью загрузил чертежи. Выглядят классно. Он бы нам пригодился. Калибрую авиационный порт. Обновляю программу. Обновляю. Все еще обновляется. Готово! Все, забирайте. Вообще-то, чтобы летать на таких красавицах, нужна лицензия класса Б. Ну ладно, вы же галактические рейнджеры. Это поможет тебе добраться до насосных станций. Возможно, теперь мы проберемся на насосную станцию. Гниющая слизь амебоидов. Спорим, бларги припрятали здесь свою добычу. Мистер Зоркон несет вам смерть! Наши герои усвоили важный урок. К победе надо идти самым простым путем. Мистер Зоркон несет вам смерть! Малыш Зоркон здесь! Малыш Зоркон хочет пострелять!
ящик. Ящик? Ты тратишь время мистера Зуркона на ящики? И вот так наши герои решили самую трудную головоломку во всей галактике. Рэйчет не старался, дышать под водой он не мог.
и новые амебоиды. Свободен. Кислородная маска. Наконец-то я могу дышать под водой.